Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и опять же, смотровой, видимо, у нас сегодня, потому что что-то я уже даже то, что я видел, я не очень хочу, наверное, это целиком проходить. Но будет еще одна игра от студии Rebellion. Какого хуя так громко, скажи, пожалуйста. Саунд. А. Все повыключил, ты смотри-ка. Вот, еще одна игра от студии Rebellion, которая вышла уже в 2006 году, и это Rogue Trooper. Вот буквально до этого выходил Судья Дредд, а это Rogue Trooper. Разница 3 года. Она точно так же, собака на нее не ставится, нормально русификатор, на ней точно так же нормально нету, блять, разрешения выбрать, что ты куча... Блять, Rebellion, я не знаю, поэтому все будет на английском, все это, поехали. Там заставка, по идее, вначале какая-то была, не знаю, добавил или не добавил вообще. Пока отдельно ее не смотрел, не писал. Миликом. 6. Кирилл. Только в отличие, короче, от того, это шутер от третьего лица. Бля, давайте так близко-то не надо. Created for. Can't wait to get down there. The Nords won't know what hit them. Just remember, guys, this isn't another training run. Let's watch each other's backs down there. What do you say, Rogue? Let's be careful down there. We were bred to survive on New Earth, but that doesn't make us invulnerable. Good luck. Главного героя. I'll see you on the battlefield. Хуй, Рог. А у вас тоже такое бывает, да, что вы когда шапку или что-то надеваете вот так на лоб, и у вас прям вот она не просто вот так чувствуется, что на лбу шапка там или каска, если вы в армии служились, да, а вот, она у вас прям вот так вот, вот на треть зрения вот так вот наползает, да, как это постоянно тоже в кино, в играх показывают, да? Ну, оно же так работает. Зона кварца какая-то. The information we were given was correct. Get ready. Ну, борьба за ресурсы, понятно. Классика. Ну, а тут фрагмент. Там был фрагмент музыки из Макса Пейна, а тут фрагмент музыки из Far Cry, из первого. А может, композитор один и тот же мало. Ну, это композитор первого Far Cry. Знаешь, все-таки это не тот герой был. Но графон уже, конечно, сильно лучше стал. Да,
Да, и, кстати говоря, то же самое, когда ты переключен на русский язык, она у тебя, сука, не работает. А я сейчас переключил на русский язык, да, когда начинал игру, да. Вот, опять же, вот, переключено на русскую раскладку, и все. Вот я нажимаю «Е». А если переключить на английскую раскладку, все будет работать. Блядь! Что? Че это за движок такой, блядь, у них? Rebellion, сука, что с вами не так? Так, вот пока мне не дают ходить. 228R0. Deployment successful. Теперь жены вперед. А, я все-таки живой. Ах ты, мы все роуги. А сам здесь же есть на букву R. Он не перезаряжается, а просто меняет, типа, оружие. А перезаряжается он как-то сам. Управление здесь, блядь. Ну, графон поинтереснее, да. Без проблем. Интересно. Это, видимо, люди будущие. Don't worry, you'll get another chance. We're genetic infantry. Even when we're dead, we don't escape from war. У нас будет еще, сука, и пушка, которая будет с нами пиздеть, не переставая. Она намекает, типа, что теперь можно делать вот так, но прикол в том, что это можно было делать и до того, как... А, хотя, может быть, намекает, что у нас просто друг здесь был. Да, он сам перезаряжается, понятно. Да, блядь, да духуй поиграть, что за через каждые 3 секунды заставка-то? А, это не мы. Лазука! Да, бля, игра, ну можно мне ракурс какой-нибудь там? А это наши? Окей.
А, надо держать. Да, это не турели. Факт ухилен. Б. Ну, кстати, прикольно, прям анимация нарисована, конечно, и чё? А, здесь же можно, да. Бэгман give you extra ammunition at med packs if you run low. А, ты мне дашь что-нибудь? Ебать! Даст он мне, да. По губам ему поводить даст и все. Да, ты прям пиздец, ты такой полезный, я хуею с тебя, чувак. Оставайся всегда таким. А может потом... Да пистик, что ли, возьмем. Патронов не дают ничего. Сказали, что чувак ему не даст, но... Ну, возможно, только мы должны там еще потом спасти. Gunner Scope. Ну, я знаю. Боеприпасов он мне выдал. Может, я просто... Aim grenades, hold. Что я должен был сделать? Да не хочу я Твою мать.
Я знаю, господи, игра отъебись от меня хоть на секунду. Не наши. Ну, мало ли, может, это наши. А, ну, дверь я сам открывать не умею, да? Press Shift и Vertical A. А, перезаряжаться. Чё ещё перезаряжаться-то? У меня патронов нету. Не, ну так чисто визуально неплохо. Я думаю, что неплохо скорее. Ну, спасибо, подлечу. Ты лучше патрончиков мне там дал, что ли? О, спасибо. Что, надо было сейчас оборонять что-то? Ебать, как все просело. Сколько ж FPS заставка записана? 20? Боже, какая драма. Как же мне не похуй. А это куда ты засунешь? А, типа, если такой чип не собрать, то он помрет окончательно, да, наш товарищ? Господи. Таблица. Серьезно. Походу на землю что-то какую-то. Мне казалось, это земля была. Территория США примерно. Backpack, controls your inventory, manufacture items and upgrades from salvage. Короче, он нам будет этот... Патроны будут сам себе, что ли? Bodies... А, это теперь... А, то есть теперь мы можем подбирать... You can now upgrade some information, which both controls... То есть, короче говоря, потому что я подобрал его чип, а этот чувак отвечал за боеприпасы и за прочее, теперь могу поднимать боеприпасы и апгрейды своего, охуеть. Так, стандартная или снайперская? Чего лучше? Ну, снайперская пока ебашит более чем.
Наверное, стандартную сейчас мы увеличим. А, могу 3800. А, смотри, кстати, что, сколько стоит. А, уже полностью, медпак полностью. А, я больше ничего увеличить не могу. А, это мануфактура, хорошо. Апгрейд. Микромины. В смысле? А, все, я ее приобрел в микромину. Так, микромины, дестрой специфические объекты. Да, вспомнить бы, на какую кнопку ты микромины, я думаю, не помню. Ну-ка, напомни. Ну, я хочу поставить, скажите кнопку. Е, спасибо. Окей, автоматически взрываются, когда я отхожу. Уи! More upgrades. Дать. Стандартный патрон. For the target goes small, we are playing space, which moving to give a direction to your travel. Check. Diving also using... О, господи. Гранат нужно уходить. Бля, да вы дайте поиграть-то хоть немного. Заставки красивые, все дела, но ебаный в рот. Под себя, что ли, насрал? Just show me where you want him. Да почему ты присаживаешься? Я не вижу, например, нихуя, куда мне их кидать, блядь. Бля, это серьезно? Great work, Rogue. Так уж говно, пиздец. Еще разные патроны, поэтому такой убойный этот. Окей, ладно. Я против обычного меня Зукаламу что-то дали. В них нельзя, да, гениально. Он еще и строго по определенным целям. Чего?
Ну-ка, блядь, не надо мне тут. Где? Чё-то я стих лутаю. Чё лутаю, хуй его знает. Ладно, пошли. Это вот чё такое? Чё это такое? По крайней мере, туда там что-то есть, туда можно сходить. Я перепутала! You made it! Yeah. Anyone else make it? Right here. Thought you were the observant one. Как вы, сука, you got another chance at least. Lucky Rogue. Я увидел такие, а это ты! Так уж как и ты. Still a slot left, buddy. Okay. There's no way past this bunker complex. We need to find another route to the beach. 10-4. Blueprints of a new grenade type. Upgrade. Scrambler grenade, okay. My airframe is in disturb electrical equipment. Я эту гранату кидал, чё? Так, мне туда надо. Что? Ну и как я здесь пройду? Вы же сами только что, что типа здесь никак не пройти. Лучше ты патроны бы с них подбирался. Ага, патрончиков дали, все, спасибо. Я случайно нажал на, опять же, на кнопку Windows. Мне не особо хочется ее там, я знаю, что можно отключить полностью, на этом сделать всякие штуки, чтобы она. Вот, но как-то это. Она бывает нужна. Да.
Короче, эти штуки можно дезориентировать электрические гранаты или просто тупо расстрелять. Блин, самолет забросил. Бля, последняя. Reloading. Последнюю проебал. Что там у меня по каким-нибудь апгрейдам, по каким-нибудь мануфактурам? Окей, не знаю, что это. Я вроде только что докачивал уже. Допустим. А, это сделал... это производство себе... Я понял. Это крафт. Это я только что патрончиков сделал. Да извините, пожалуйста, блядь. Хуй поймешь. Вы стоите почему-то там, где остальные враги были. Оттуда стрелять по какому-то чуваку. Well, these guys don't look so hot. Let's secure this beach so Millicamp can begin the evacuation. We'll get you fixed up soon. Pill boxes. Just what we needed. Why don't you snipe out the sensor? Or you could use a grenade. Jesus. Rogue's down! Я думал, что типа можно отключить все-таки return from checkpoint. Well, these guys don't look so hot. Let's secure this beach so Millicamp can begin the evacuation. Get you fixed up soon. Pill boxes. Just what we needed. Why don't you snipe out the sensor? Or you could use a grenade. Да, блядь, ты можешь так не дергаться, ну ёб твою мать! Кто ебан какой пиздец поживую. А, на Е! Гидростабилизатор на Е. Ну на Е! В смысле, еще одна осталась, ты дурак, что ли? Их три же было. Here. Чего here? Где еще одна осталась? Что ты несешь-то? Ты можешь болтать? Не могу. А, вот это вот в смысле. А ты провидец, да? Ты знал, что за... А, пилбокс это он вот эти назвал. Я думал, что пилбокс это ему там подобрали с обломков. Потому что я в обломках порылся, он говорит, о, пилбокс, как раз то, что нам нужно. Оказывается, он про эти штуки говорил сарказм. Понятно. Что у меня? Воу! А нахуя ты ее бросил-то сразу, дебил? Все, никого больше. Ну и как вот просто...
о Виктори. А где у меня отображено количество аптечек? Это я всего только что сделал просто. А где их количество-то нарисовано? A lot of enemies up ahead. Use firing from cover to get the upper... Серьезно? Врагов впереди много, представляешь? Надо аккуратно, типа. А если не аккуратно, а все вот так вот? То что будет? Их не очень-то и много, если честно. Примерно столько же, сколько и было. Че ты, блядь, ты можешь? Сдобу хоть ради привлечения, даже не знаю. Так, сейчас еще этого убьют, мы себе это тоже залутаем, да? Нет? Бля, ну как ты кидаешь-то? Ну прицел у меня где? Нахуй ты кидаешь? Блять, все одновременно говорят, все что-то орут, все что-то от меня хотят. Бля, ненавижу такую хуйню в играх. Running out of ammo, Бакман. Хотя нормально. Вроде же можно было кидать через укрытие гранату. Ну и в принципе, ладно. Хотите, как хотите. А где микромина? Почему не могу ее сделать? А, Е-конферн. Хорошо, допустим.
Чего? То есть микромина, это он из гранаты ее делает. Но что-то я не заметил, что это объясняли, если честно. И что, не сгорит? А, подождай, пока они подплывут. Не, зачем топиться-то идти? Че, их задавят нахуй. Капитан Наташев wants one of these genetic freaks alive. Капитан Наташев. Капитан. Как они их различают? Они внешне одинаковые абсолютно, блять. Он говорит, не, вот этого заберите, типа. А чем он от вот этого отличается? Рок? Рок? Helm. Come in, Helm. They're taking me to a naval base to the south. We'll get you out. Hang in there. Could be another trap. That's a chance we have to take. What about Millicom? Forget Millicom. We don't leave our comrades behind. Да, морпехи своих не бросают, да, мы помним. По колониальным морпехам. The GI prisoner. He is ready for me. You'll be lucky to get anything out of him. The Souther scientists created a genetic infantryman to endure anything. Excellent. Challenge. Сука, я эту игру постоянно цитирую и так и не проходил на канале. Это еще Хитман первый. Ну как, смотровая была? Очень давно. Grand Admiral Hoffer ordered the complete destruction of all the GIs. But that doesn't mean I can't do a little experimentation first. Yeah, shall we begin? Наш муж сейчас сделал скриншот, он опять мне заставку вырубит. Еба, что творится? Sneak behind the... Let's keep a low profile. Even I can't take on the entire Nord fleet. Crouch to make less sound and sneak up on that Nord. He won't get a chance if we get close enough. Наш здесь скриншот работает. Ну, в принципе. Откуда я знаю, какой здесь, блядь, надо кнопкой бесшумно устранять? Я попробовал Е, оно не сработало. Ты серьезно? Ты здесь залез? Ебать, нахуй тогда вообще на эти ящики залезать сегодня? Да и хуй с ним. Интерфейс здесь съезжает, кстати, оказывается, в этих вот... Что-то я про такое читал. Да все, я помер, блядь! Все, с одной этой, что ли, серьезно? Coming up. Let's keep a low profile. Crouch to make less sound and sneak up on that Nord. He won't get a chance if we get close enough.
Стелс. Кто по мне отсюда стрелял? Оттуда кто-то прибежал? Ебать, это практически IGI. Вот еще бы чуть-чуть и уже IGI. Гадости там про нас говорят по-любому. Да, конечно, интеллект налицо, как говорится. Чего, да, I got it. You got what? Ну, по крайней мере, заставки не пропускаются. Gunner deployment, sentry gun, турели можно сделать. Ну давай, sentry gun. Вот сюда, да? Сейчас, погоди, давай мы... Да, я понял, понял, да. Button 3. Put me down somewhere around here. I'll cover your back. With Gunner distracting Nords, we can micromine that control panel. Иди ты нахуй, забери его назад, ты чё, блядь? Разложить основную пушку, как эту. Нахуй это надо? Кто где? Жопа со своими микроминами, блядь. Как скажешь. Вот не знаю, помните, был тупенький такой боевичок Red Ocean? Да ёпта, что ты сделал? А вот. И что-то он так бодренько прошелся туда-сюда, прочее. Вот, казалось бы, тоже. У меня, кстати, еще один патрон. Еще одна игра есть. Это, если что, обе стимовские, они у меня обе лежат. Я думаю, типа, про Rogue Trooper ничего не обещал. Но, типа, это та же самая... Тот же самый разработчик. Примерно в одно время выходила. Ну, примерно. The tank icon... this is enemy air tank. Is in this... Так, ну-ка, секундочку надо. Оп. Джек. Чё, Джек? Пот. Ты про это ведь, да? А, охуенно. Па-па-па-парапам. Па-ра-па-парапам. Па-ра-па-парапам. Ну извините, блять, я тупанул. Шо ты, блять?
Но музыка, опять же, неплохая. Кстати, не знаю, мне пора... Give the Nords a reason to come over this side. It's got a point. Can't believe I'm agreeing with Gummer. Я такого этого, как это называется, не видел вообще ни разу. Может, что-то тупанул, но я посмотрел, у меня не выставлены были настройки, что типа только на русском. Вообще, в целом, нажимаешь руководство в Steam, и там одно руководство по этой игре. Одно! Как ни странно, русскоязычное. А, это вам похуй вообще. Блять, на букву R нет перезарядки. На букву R вызывает какую-то подменюшку. Ебаный. Не буду свою пушку оставлять как турель. Чё вы несёте, блять? Так, куда там мину запихнуть? Ну? Чё? Опа! Нихуя себе! Чё shift? Чё shift? А, shift это чтобы спрятаться, да. А, во! Угу. Хойстайль! Типа, чтобы никто не смог съебаться отсюда. А, ну они закрыли ворота, чтобы они могли прибежать, потому что до этого ворота поднялись, и мы не смогли туда пройти. Блядь, там бегут-то полторы калеки, я вас умоляю. А, ему уже похуй ходит по какой-то... А, в принципе. Серьезно, они развернулись назад, пошли? Да вы угораете, что они там... Вы же сюда побежали специально, потому что здесь взрыв прогремел. Дебилы, блядь. Иди. Там сделаю. Here from blueprint with shotgun under slung. Окей. Допустим, shotgun. Frag grenade. Now I can take on the whole fleet. Air to select. Окей, давай shotgun, пустим. Но он меняет типа модуль на пушке, как я понимаю. Это все манипуляции не проследил.
идет. А мы пока можем как раз посмотреть. Ну, допустим. Это заебало висит это. Что это такое было? Чё там у вас, пацаны? Куту дроп сингл, как Майкл Май. Бля, дробовик такой быстрый, просто пиздец. Да вы серьезно? Не, в пизду, дробовик говно какое-то. Нахуй он нужен, вообще непонятно. Да блять. Сюрендо. Какой-то угадал, не буду я сюрендо. Давай уж как-нибудь на ходу. Блин, откуда я знаю код? Я не могу, нажимаю перезарядку каждый раз, потому что на R, блять, перезарядка в играх, вообще-то в шутерах, где есть стрельба. О! Ну и чё стоим? Аквалангист ебаный. Перезарядись, ты меня нервируешь. Перезарядись, пожалуйста, еще прошу. Reload. Coming up. Тяга, чё? Пусть он вниз или вверх, интересно. Ой. Да сдохни. Ия, догон. And bring the Norts running. Put me down by the exit. Let me cover anyone coming to investigate. Нет. Нет. Sergeant Captain, there's an intruder on the ship. It's not a GI. One of your comrades coming to rescue you? A pity you won't be alive when he gets here. You genetic infantrymen are supposed to be immune to every type of poison. Ну, женщина красивая, да. Let us see how true that is. Я люблю миниатюрные формы, скажем так. Yes, that means they know we're here now. Time to go find Helm. Какая музыка-то вся пропала? Была музыка, потом что-то раз все. Look at the guns on that ship. Look at the number of Norts. Grab that machine gun. Ну
Нормально. Шотгамы тоже, медпаки. Апгрейды есть какие? Нет, апгрейдов. Окей. Ну, классика, турельная секция, понятно. Ну. А я разгадал твой хитрый план. Че, все? Ты смотри, отсиделся. О боже мой, два чувака, как же так? А чё, он даже своего никого не убьет, чисто чтобы это... Какая скрамблинга? А, электрическая? Ну, в принципе, логично, да, да, именно это я и нажимал, да. Можем прострелить ему в эту штуку, но, видимо, нет. Enough fun. Let's find Helm. He must be on that ship somewhere. Ух, лута набрал. Ух, лута набрал. Просто ух. Ну давай сейчас до какого-нибудь момента такого дойдем. И будем заканчивать. Че такое? Че? Так, да, гранат сделаем. Хватает. Так, и, наверное, надо вот на это вот сделать. Кажется, с мультиком показывать будет целиком, да?
А, ну вот. Ну и сейчас будет босс-файт, надо босс-файт это посмотреть. Серьезно, он его прям убил? Hurry up, Rogue! He's dying! Some kind of toxin. One we're not even immune to. Where'd the Nauts get it from? Good question, Rogue. I didn't give her anything. Just like we were trained. Take it easy. We'll take care of it. Я ничего не сказал, прям как нас тренировали. Ну, давай, куда это вставишь? Давай. А, ну, блядь. Сколько у него еще и мест, куда можно вставить датчики? Now we're a team again. What now, Rogue? Now we find out who was responsible for the massacre at the Quartz Zone. Rogue, that Nort, before she started torturing me, she mentioned a name. CNN, be alert, Southers. One of the genetic infantrymen, the last reported survivor of the Quartz Zone massacre, has gone refusing to obey orders to return to Millicom. This cannot stand. He's a deserter and must be treated as such. Learn this face well. Да в смысле запомните хорошо это хорошенько это лицо этого чувака здесь, блядь, его 500 таких же. Пропаганда. The rogue trooper. I want him found. Кибермуха, серьезно? Бля, я почему-то уже локацию увидел. Чувака этого на вышке увидел. Представил, как там, типа, нам показывают локацию заранее, чтобы мы представляли, что где происходит. И сразу почему-то мне Desperados вспомнилось. И мне захотелось Desperados поиграть. Ну, в третьих вот можно. Когда мы там вообще с Дибой соберемся? С Митяем. You sure you can do this, Hell? Его зовут Хелм, и он себе повесил его на лоб, то есть на Хелмет. Ебать, вот это просто Хелмс Байон клип, now installed your helmet. I'm the right security Dorson. Ну, блять, естественно, кто мог. Ну, континуя, да, да. How are you finding being a biochip? Better than that poison. Great shot. Ну е, блять. Ты дурачок, нет? See ya.
Да как, слушайте, хотя жопа столько, столько выдерживает-то. А музыка к этому тоже выезжает, опять же. Ладно. Капусту можешь собрать, нет? Ну ладно. Бля, одного упустил, по-моему. Да, I got it. Coming right up. Reload. Уже мертвый оттуда вылетел, это неплохо все было. Ну давай следующего хуй. А. Okay, think I've got this door sorted. Come pick me up. Hey, voila. How come you only open the door after we picked you up? I got it. You'd leave me behind. No. Как удобно, что у них на этих штуках есть специальные места, куда можно поставить, типа, мину. Снайпер! Ебать, он косой, я ебал. Чего? Save charge time. Это все здорово, а именно делать-то это как? Smooth. That refueler on the landing pad should be easy to blow up. We should shut it down. Ну хуя были все какие-то эти вот манипуляции, когда просто взял и типа застрелил чувака, все. Как скажете. Да погоди ты, да я мину поставлю. Все, 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 ухожу. Ухожу, ухожу, ушел, нет меня. Еще один. На. Ебата живучая тварь, конечно. Ну залезь. Видите? Так, где-то еще одного снайпера видел. А, вон он. Another of those armored guys. Just another target in a tin can. Придурок. Ой, уже мертв. Залезь, залезь, залезь. Лут, лут, лут. Learn to aim. Check. А, заебись. Хватит выделываться. Угу, покатит. Перезарядись. Да и заебал, перезарядись. Угу. Текст, снайпер, пумц, пумц.
Шотган ты на что уже потратить умудрился? А, подожди, стоп. Стандартный тоже надо. А, я попал по нему, я думал, нет. Играли, каждый раз мультик показывать буду. А, как скажете. Не туда, да, вот так туда как-то надо. Окей. I'll patch you up. А зачем за из пушки? Либо мы здесь назад еще пойдем, либо подразумевает, что я должен был подбежать, взять пушку. Ты серьезно, ты не можешь? А как я туда должен залезть? Что за бред? Или ты можешь по этой стене залезть? Я думал, что он не сможет просто почему-то здесь. Не знаю, почему-то мне вот так... Да ёб твою мать. Почему-то мне вот так показалось. Yes, sir. Working on it. А где? Ты живой, что ли? Серьезно? Да, бля, дай пройти. Да, бля, дай пройти. Да, и чука на Бенни нахрен. Вот это вообще это гениально. Спейс... Кстати, я не залутал же, да? Чё там у меня? Медпак, скрамблер пускай, мануфактуринг, шотган, ладно, хуй с тобой, пусть будет. Да встань ты, господи, что-то приси... Блядь. Да ты серьезно? Ну, конечно, спецназовец из тебя очень такой себе. Okay, let's see what we've got here. Так. Угу. Бля, как же он криво гранаты эти ебаные кидает, это пиздец. Нихуя, я себе сальтуху сейчас выполнил. Да что ты присаживаешься, это все. Think we've annoyed them. We! This was your doing, Helm!
встал, что-то стоит. Grenade, watch out. Ты хуй с ним. Да чё ты живой-то ещё? Да ты-то откуда? Бля, да вас высадилось в два раза меньше. Вы что там уже потрахаться, что ли, за этими ящиками успели? Ой, ёб ты, артист. Артист, артист больших и малых театров просто. Ой, бля, лут пропадает. One hole, courtesy of Helm. Who's there? There's no stopping us now! А до этого что-то могло, да? Hey, Rogue! Чё за арабские сказки начались? Ладно, да и хуй с ним. Я хотел уже, честно говоря, давай вот это вот return to checkpoint и потом. Все. Ну, короче говоря, это уже поинтереснее, конечно, чем Судья Дредд. Вот. Покрасивее, как минимум, и прочее. Но в целом это все еще весьма и весьма уныло, однообразно и... Не возникает прям большого желания прям все это до конца пройти и... И всякое такое. А поэтому ссылка на плейлист с остальными выпусками смотровой будет в описании. Везде проходите, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления во всех роликах. Вот. И за сим все. Неинтересно, не знаю. Что-то такие-то. Вот, ну, Rebellion, вот у них, я не знаю, какие-то игры у них прям все... Ну, наверное, самое лучшее из того, что я вот у них играл, это Чужой против Хищника первый. Все остальное что-то как-то... Вот, поэтому все. Всем всего доброго, хорошие игры и всем пока.